18-летний студент подозревается в совершении убийства в Минске. По данным СК, он учится на втором курсе одного из вузов столицы. Инцидент произошел на фоне вспыхнувшей ссоры. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес несколько ударов 21-летнему жителю Минска. Позже тот скончался в больнице. Подробности, где и при каких обстоятельствах, а также каким орудием совершено преступление, не сообщается.